Как-то в прошлом видео я взвешивал перепелов вот этого белого гиганта в двухнедельном возрасте и хотел взвешивать их еще в месяц. Но в месяц у меня не получилось. Сегодня им 38 дней. Я вот сегодня на проверку взвешал, все-таки добрался до этого действия. И меня приятно удивил этот их вес. Вот установил весы. Ставлю весы на ноль. Вот такие вот перепелочки. Посмотрите, какие они уже крупные. Сейчас главное успокоить ее, чтобы она стояла. Вот смотрим, 403 грамма. Неплохой вес для 38 дней. Сейчас вешаю штуки 3-4, чтобы примерно средний вес знать. Вот 433 грамма. Это 38 дней, ребята. Вот еще одна. Наверное, ту же поймал. 434. Это я выбирал самых таких крупных. Сейчас вот просто взял, какая попалась под руку, и посмотрим, сколько она весит. 380. Ну вот, говорю, 350-430 грамм. Вес перепелов белый гигант в 38 дней. И, друзья, для чистоты эксперимента взял одну перепелку из родительского стада. Посмотрим, сколько она весит. 420. Ну вот, представляете? 38 дней перепела уже догнали своих родителей. Ну, надеюсь, они еще хорошенько наберут. Еще хотя бы, ну пусть 80 грамм, чтобы до 500-очки. И я буду полностью доволен и удовлетворен таким результатом.